Сегодня в Берне фестиваль сыра. Мы приехали, сейчас будем пробовать, поснимаем. Я сыр люблю, думаю, сейчас классный тут найдем. Так, сейчас идем, Алина хочет раклет попробовать. Ну и я подхаваю что-нибудь. Тут фондю готовят. Danke. Nein, und ja. Dann. Na, so, drei. Ja. Sehr gut. Very good. Here? Ja. Ja. Danke. Mach die Drache fahren. Mach die Drache fahren. Mach die Это привкус такой сыра и вина. Да? Тебе не показалось? Показалось. Good tasting. Плохо, что вина нету. Плохо, что вина нету. С сыром. Вообще бы классно было. Так, вот еще. За 200 грамм. Ja, so wie das sieht sie aus, so viel, ja. Ungefähr. Вкусный. Капец. Так, это весь с молока коровьего. Это я сейчас пробую это. Перед этим. Что это? Ну что? Очень вкусно. Я тоже напробовала. Один мне вообще понравился. Ну, так давай купим. Подожди покупать, надо попробовать. Купить мы сможем всегда. Вон там есть сыр с плесенью. Так, я уже со своей зубной палочкой. Я вот тут пробовала второй край. Сейчас буду пробовать.
Такой. Не очень. То не плесень, то оказывается обсыпка какая-то. Сейчас еще один попробую. В 17, 17, 19, 19. Schönen Tag, tschüss, danke. Плюс-минус все одинаковые. Один там мне понравился. Пока такого прям вау не было. Но мы не останавливаемся. А было так и что такое пить еще. Так что так вот. Будем пробовать. Вот это вкусно. А ну сейчас название. Так, сейчас еще одно фондю попробуем. Говорят, со вкусом джин-тоника. Сейчас посмотрим. Das Fondue könnte man mit jedem Schnaps und jedem oder Bier oder so mischen. Ja. Das geht. Merci. Ja. Ну, пробуй. Das ist ein Gin Tonic Fondue. Merci. Капец вкусно. Вот это прям вообще. Да, такой стоит даже попробовать. Еще и бесплатно. А вот они, виды. Так, спросили мы цену на две персоны, почти 20 франков. Ну, это в гривнах около 900 гривен. Ну, не так уж оно вкусно за 900 гривен, за 200 там чем-то грамм. Очень дорого, не знаю, как по мне. Да даже, ну да, там грамм 200, может 250. Ну ничего. Может, найдем еще вот этом. В магазине такой, может там дешевле. Так, подошли еще вот. Хотим поснимать. Тут еще в национальной одежде. Пиццерия
Эмоциональный алкоголик. Попробуй. Как пармезан. Same like пармезан, yes? No, parmesan is like the taste. Like this tea. Yes, tasty. А, он пармезан вот это говорит. Вкусная капец. Так, ну мы должны что-то купить. То неправильно так ходить. Все пробовать. Не, может и правильно. Мы раньше на С2 в Мариуполе. В Амстор зайдем, там тоже дегустации. Как нахаваемся колбаски, сырка, еще каких-то приколов. Это еще в школьные времена было. Да, интересно тогда было. Ну мы выросли, не будем так себя уже вести. Так, с этими туристами не дают санючку похавать. Ничего, не на того они напали. Тут еще какой-то сыр вкусный. Вот, не туристы. Einfach nicht zu viel, weil mein Mann ist da nicht. Ach so, oder wie viel weniger mehr? Nein, so ist es doch. Слишком терпкие. Сейчас еще один попробую. Они, видать, выстояны очень. Что-то типа пармезана. Очень прям терпкое такое. Но вкусно. Вкусно, конечно. Сейчас мы, может, и купим себе что-нибудь. Сейчас напробуемся. Думаю, что-то подберем и для себя. Что-то мы так напробовались, что ж пить захотелось. Пойдем купим кофе. Ну и пойдем выберем что-то еще. Не, по-любому надо что-то купить, то некрасиво. Правильно? Короче, выбрали мы сыр с плесенью. Вот такой. Будем брать такой. Татас. Вкусный сыр. Сейчас, может, еще какой-то возьмем. Побалдеем с Алиной. Логично,
Тут мягкие сыры. Не знаю, мне что-то никакие не нравятся. Тебе как? Не, мне... Шуй с твердых вот там дальше. Ты speak English? Yeah, a little bit. A little bit. Where are you from? Ukraine. Ukraine. Sorry, sir. This cheese with garlic? Yes. Yes. Garlic, garlic and pepper. Pepper. Yeah. It's depending of the weight. 570. Okay. We will buy. Beides, also. Thank you very much. Thank you. Bye. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Так, ну взяли мы сыра. Взяли с чесноком и с плесенью. Зеленой или какой? Нет, я тоже что-то не осмотрел, на солнце плохо видно. Так, ну все. Скупились мы. Напробовались. Напробовались конкретно. Аж пить хочется. Фондю вкусное. Ну, дорого прям. Очень дорого. 20 франков за 200 грамм. Ну да, может там и есть его, конечно, там, но, ну, вроде на два человека, но это не сильно. Короче, дорого. Один взяли мы, вышел нам 4,70, да? А второй 9,70. Ну, в одном грамм 150, а во втором кружочек там грамм 250-300, да? 200 где-то грамм. Ну все, еще колбасы там попробовались, но я уже не снимал. То, что там очередь была сумасшедшая. Туристы со своими вилками уже, наверное, попроходили. Но я тоже там свою зубочистку впихнул пару раз, не буду я скрывать. Так, ну все, еще походим. И поедем домой, наверное.